Философия регионального форума «Сильное, здоровое, чистое» состоит в том, чтобы на примерах конкретных муниципалитетов отрабатывать решение проблем, существующих в экономике, здравоохранении и экологии. Перед тем, как собраться за круглым столом, представители экспертного сообщества знакомятся с ситуацией на местах. Это дает свежий материал для живых дискуссий. В рамках подготовки к форуму медучреждение Одинцовского городского округа проинспектировал Евгений Мартынов, заместитель председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области. Мы всегда заранее выезжаем на территорию. Вопросов много. Здесь очень активная общественность, это очень хорошо. Поэтому мы в диалоге в соцсетях, в пабликах городских. Детская поликлиника, поликлиника на Можайском шоссе 112, стационар «Извенигород». Программа поездки насыщена. На маршруте инспектора сопровождают депутат округа Оксана Артюхина и председатель сообщества родителей муниципалитета Марианна Кристалинская. Такие мониторинги очень важны, потому что общественники вместе с представителями поликлиник, медицинских учреждений в реальном времени, без подготовки, проверяют, мониторят, смотрят, общаются, получают ответы на вопросы. Я очень с нетерпением жду форума, который состоится 14 числа, потому что вопросы есть, есть над чем работать. Нам тоже очень много поступает вопросов от родителей с просьбой поднять ту или иную тему. И я считаю, что основная задача вот таких выездов – улучшить то, что есть. Да, улучшить ту ситуацию и сделать действительно максимально комфортный, доступный наше здравоохранение. Очень важно. В ходе поездки эксперт пообщался и с медицинским персоналом, и с родителями, и с детьми. Основное внимание уделяется организации приема населения узкими специалистами, обеспеченности лекарственными препаратами, наличию полного перечня услуг, предоставляемых по ОМС, обязательному медицинскому страхованию. Можайское шоссе 112, взрослая поликлиника. Что по ней хочется сказать? Во-первых, это приспособленное помещение в жилом доме. Поэтому, безусловно, ожидать здесь полной инфраструктуры не приходится. При этом хочется отметить, что жители особых проблем здесь не поднимают. По первичному звену здесь доступность в течение суток соблюдается. По врачам узких специальностей в течение госгарантии 14 дней укладываемся. По льготным лекарствам проблем здесь не услышали. Была ситуация относительно кабинета рентгена. Объяснили женщине, что есть нормативы, опять же, прописанные госгарантиями, сколько, какой норматив попадания на рентген, на флюорографию 14 дней, на МРТ-КТ 30 дней. Безусловно, все возникшие вопросы будут озвучены и станут хорошей затравкой для разговора об оптимизации работы медучреждений. Форум «Сильное, здоровое, чистое» пройдет в Одинцовском городском округе 14 июня.